В Междуреченске прошел зимний фестиваль комплекса ГТО среди трудовых организаций и предприятий города. Проводят такое мероприятие уже 4-й год. Организаторы рассказали, спортсмены идут с удовольствием. С каждым годом их все больше. В этот раз на старт вышли 12 команд. Это около 80 человек в возрасте от 20 до 70 лет. Сегодня пришли самые спортивные, самые активные работники этих предприятий, которые поддерживают физическую культуру, любят спорт, занимаются здоровым образом жизни. Естественно, они пришли защитить, не только показать свои физические результаты, но и защитить свою организацию, доказать, что она самая спортивная у нас в городе. Работники предприятия выполнили такие нормативы, как отжимания и подтягивания, наклон вперед, поднимание туловища, а потом вышли на лыжную трассу. Женщины преодолели 1 километр, мужчины 2. Победители будут определены в личном и командном первенствах в каждой возрастной ступени. Впереди фестиваль у школьников и студентов, а после общее награждение.